Слабая, значит. Хилая. Расходный материал. Так, доктор? А ты, кажется, втыкал иглы мне в голову. Больше вреда от тебя не будет. От этого пара надо держаться подальше. Thank you.
этой суматохе от нас то одни отколются, то другие. Это ты о чем? Украина уже объявила независимость. Теперь Эстония собирается. Хотя вражды вроде нет никакой. Не хотят под большевиками быть? Ха, смело. Да что это? Николай! Настя, осторожней! Что у вас там такое? Кто здесь? Вон там! По ним! Это он! Что у вас там такое? Что у вас там такое? Кто здесь? Предатель! Я его вижу! Давай, ты же обещал ей! Он здесь! Кто у вас там такое? Вон там! Что у вас там такое? Еще одно задание, которое невозможно пройти. Ну что ж поделать-то? Такое.
Давай, ты же обещал ей. Приз получен, тень. Супер. Ты же обещал ей. Что происходит? Не допрыгнула. Ой. Что ж такое-то? Давай. Что происходит? Привет смотрящему. Да, все-таки индийский темп. Это так легко. Не, в Индии было одно задание сложное, конечно. Но в России уже тут прям пятое такое усложненное. Что происходит? Надо торопиться. Настя, беги. Настя. Настя. Николай. Николай. Настя. Настя. Иди к театру. Жди меня там. Я приду. Обещаю. Берегите себя. Такой танк, против него стрелять. Вообще, это, кстати, немецкий танк. Почему там герб? Ух ты. Да я почти прямо это... Прям вообще... Второе улучшение, наверное, за всю Россию. Черт возьми. Полиция? Косяк. Косяк. Здесь не может быть полиция. Никак. В Москве полиция в то время. И чё, вот опять. Несбалансированный движок. Hmm.
В Индии от слона убегали, здесь от танка. Что я должен был сделать? Супер. Опять он не успевает. Зависнуть. Ага, тоже расстреляют. Да он не успевает, ну что поделать-то тут, а? Я ни хрена не понимаю, что он должен сделать. Это что-то... Это вот предел, я не знаю, куда дальше-то. Сраный ассасин, блин, без способности Хеликса. Давай еще разок. Вот это уже попахивает глюком игры. Вариантов не вижу, попробуем. Короче, походу на этом игра заканчивается, что он никуда не добегает. Вообще сейчас не двигался. Супер! Че, немецкий танк с гербом. Вообще просто, еще и полиция. Просто нет слов.
Но он не успевает. Что ты хочешь-то, сраный танк? Попробуем гранату кинуть. Может, мне это поможет? Он же типа может не увидеть, где я нахожусь. Как пройти этот невозможный уровень? Причем одно дело, ладно, мои руки, там, я могу туда, не туда нажать. Другое дело, это уже прям... Он все равно обстреливает, кстати. Игру, я думаю, что это поможет ему руку. Чересчур странно. Я думаю, это глюк, потому что, ну, я на максимум бегу, я не понимаю, почему он не справляется. Так что я, пожалуй, главное меню и нажму продолжить игру, потому что, ну, я думаю, вы и так видите, что я не теряю ни секунды, не останавливаюсь и бегу. А он меня все равно сбивает со стенки, расстреливает. Лучше поторопиться. А сейчас-то что? Так, ладно. Можно предполагать, что мне нужен новый джойстик. Потому что это уже странно. Mm-hmm.
сейчас-то что? Ничтожество. Что-то мне эти цивилизации уже напрягают. Ничтожество. 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 Еще бы чуть-чуть и... Все становится интереснее и сложнее. Ну беги. Он уже здесь. Давай же.
Лучше поторопиться. Эти глючки уже убивают. Лучше поторопиться. Да. Не из легких. Все получилось. Но как мне уехать из страны? Вот документы.
делали для жены Анны. Возьми их. Анна Андерсон? По-американски выходит. Но в Германии вряд ли этому удивятся. Прости меня. Это все, чем я могу помочь. Спасибо вам. Я боялся, что ты изменишься в руках этих палачей. Вам пора позаботиться о своей семье. Уезжайте в Америку подальше отсюда. Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня. Ага. Сами показали полицию. Тебе придется ехать одной. В Москве. Справишься? Я стала другой. Может, мне помогла Шао Цзюнь, а может быть, эта сила всегда была во мне. Теперь я точно знаю, кто я. Правда? Я Анна Андерсон. Хреново. Предлагаю посмотреть субтитры, а я пойду пока перекурю.
Я вернулся. Предлагаю. Ух ты. Вот оно что. Вот что за коды. Предлагаю пройти Китай в новом прохождении.